Всем привет и добро пожаловать в игрушку Mortal Kombat X Mobile. И сегодня у нас с вами... Что у нас сегодня с вами? А у нас сегодня с вами началось испытание кошмарный Фредди Крюгер, друзья мои. Мы с вами уже смотрели Фреддика в раннем доступе, и сегодня я предлагаю, мы с вами сможем посмотреть, как же нам получить Фредди, если мы не хотим тратить $20. И просто хотим пройти его испытание. Давайте я сразу награду заберу. И сразу вам хочу сказать, что я, наверное, сегодня пройду оба уровня. И, в принципе, планирую, наверное, будем с вами почаще возвращаться в Mortal Kombat, а то как-то я за ним скучаю. И если, давайте, ребятки, поддержите, пожалуйста, меня лайком. То есть, ну, поставьте лайк под этим роликом, если хотите больше мартухи. Ну и, конечно же, я не забыла, мы с вами пооткрываем паки, это само собой. Так, ну что, нам... Давайте пройдемся, я вам быстренько покажу, какие у нас тут 5 башен, как обычно. Бронзовые, серебряные... Только спецназовцы и Кун Лао. Каким боком Кун Лао относится к Фредди, я не знаю. Но я, в принципе, поставила, допустим, Джейсона. Ну, хоть чтобы какая-то логика была. Ну да ладно, давайте смотреть, кто у нас сейчас. 11-я битва. 8-9-6. Кун Лао я взяла призрака, и поэтому, думаю, логично будет, если мы к нему в команду возьмем тоже кого-нибудь призрачного. Ну, в смысле наших красавчиков из преисподней. Значит, там в среднем все были восьмерки. Я думаю, что нам сейчас стоит с вами взять кого-нибудь в районе 10, потому что... Как вы знаете, тут у нас ребята бывают мощные, поэтому я думаю, сразу мы возьмем, давайте, темного Рейдена. И кого бы тебе в команду? Кого бы тебе такого в команду взять? Ну, тут у нас уже все пошли более слабенькие. В принципе, можно было бы и Скорпиона нашего порождения зла. Давайте попробуем вот такой вот наборчик. И причем я хочу нашему уважаемому Рейдену дать сразу же молот гнева, потому что так будет, ну, все-таки по 10 раз перепроходить не хочется. И давайте-ка переходить в битву. И, значит, Кун Лао. Ну, хорошо, давайте посмотрим. Значит, Кенши, Китана и Кун Цзинь. Причем учтите... Ай, пардон, друзья, задела случайно микрофон. Учтите, что у нас Кун Лао вообще лалочный. То есть он сугубо у нас как пассивка идет. Он, в принципе, никакого... Не несет на себе никакой нагрузки. Сугубо дает одно очко. Но зато, с другой стороны, смотрите, как у нас Рейден дерется. Рейден красавчик, Рейден молодец. Давай, 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 родной. Так, посмотрим обязательно, как же мы можем выбить с вами этого прекрасного Фредди Крюгера. Я думаю, что как раз команда из преисподней у нас будет отличным вариантом. Так, стой, Китана, ты себя неплохо показываешь, но я думаю, что Рейден сейчас тебе наваляет. Все, отдыхай, красавица. Так, ну, Виктори, понятное дело. То есть, в принципе, здесь можно набирать персонажей не очень мощно. Главное, чтобы там по несколько очков мог кто-то дать и так далее. Значит, рептилия. Ой, слэшер. Мы же с вами не любим слэшер, это я знаю. Хотя, учитывая, что, по-моему, слэшер же что у нас там, кровотечение вызывает, то он как раз будет... О, боже. Вы посмотрите, сколько отбирает наш этот самый Кракен. Обалдеть. Не, Кракен вообще хорош. Так, стой, Кракен, все, отвали от меня, я тебе лучше дам этого Скорпиошу. Пусть Скорпиош тебя вынесет, я надеюсь, что он тебя сможет вынести. Так, отдыхай, красавчик. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, слэшер. Слэшер, да, смотрите, он у нас кровавый, я думаю, что мы сейчас вот так, типа, сделаем. Типа, мы играем за Рейдена, все дела, а он сейчас нам такой, смотрите, хопа. И ты же нам... А прием? Слушайте, мы стоим, ждем. Прием будешь? Я хочу подлечиться немножко. Так, Джейсон, давай. Блин, вот поп какая с ушами. А мог бы нам хотя бы немножко здоровья подкинуть? Ладно. Ладненько, хорошо, меняемся сюда. Не очень у нас хорошо получилось. Еще один красавец. Ну, прикрывается он мне тут. Понятное дело. То есть я как бы поставила блок, но блока у нас нету. Ладно, удачи. Так, стоим. Вот смотрите, сейчас я так хотела сказать, что сейчас по несправедливости слэшер возьмет и выпустит кишки нашему Скорпиону. Ну, прости, Скорпиоши, не хотели. Честно тебе скажу, не хотели, чтобы так получилось, но ты сам видишь, это все слэшер. Давайте-ка, может быть... А давайте подождем. Ну, должен же сейчас применить. Ну, применяй же, давай. О, нам нужно здоровье. Ух ты мой хороший. Мой сладенький Джейсон. А ну, иди сюда, я тебе сейчас задницу надеру. Иди сюда. А, все, кровотечение закончилось? Печалька. Так, моя очередь тебе надирать задницу. Иди сюда. Все, отдыхайте. Отдыхайте, товарищ, спите спокойно, крепким сном. Готов, друзья. Так, следующий, кто у нас? Следующий, ну, понятное дело, там Мелина, Шмелина и так далее. О, регенерирует, вот это я не люблю. Это, я думаю, все знают и все не любят. Самый один из таких вот мозговыносящих уровней, это когда они восстанавливают здоровье. Это попа полная.
Так, давай вот так попробуем первым прием. Если не пойдет, будем уже вторым добивать. Ну да, я так и думала, что не пойдет. Так, давай, родной, давайте сразу вторым, потому что, учитывая, что они сейчас меняются, и вы прекрасно понимаете, что когда у нас происходит смена, то, получается, Мелина восстановит свое здоровье. То есть, в принципе, нет, ну как, глупо будет сейчас отпускать ее. Так, пока мы говорили, мы уже почти Кенши тут укокошили. Так, Кенши, отдыхай, стоим. Ой-ой-ой-ой-ой, ты чего это, Ермак? Веди себя по-человечески, пожалуйста, хотя ты и не человек, но неважно. Так, нам надо сейчас главное добить до второго приема. Слава богу, он уже меняться никуда не собирается, поэтому... Так, а ну иди сюда, красавчик. И давай тебе вторым приемом. Второй прием, готово. Тоже можете отдыхать. Чудесно, друзья мои. Чудесненько. Я, знаете, вот эти пять башен, пять этапов, честно говоря, уже просто хочется их пройти, потому что я хочу посмотреть, каким же будет Фредди. Кем мы будем играть, я даже не представляю против него. Так, нам нужен новый Кунлао. У меня был еще один Кунлао. И Кунлао, Кунлао. А какие у нас там противники? 6, 9, 9. Угу. Ну, давайте по десяточке возьмем кого-нибудь. Слушайте, давайте возьмем Триборга в двух. Значит, этот у нас урон огонь. Значит, нам нужен, наверное, Триборг, этот Смоук. Да. Давайте возьмем Смоук. А давайте красненьких. Красненькие самые у нас няшные. Причем давайте не будем давать молот гнева. Попробуем просто без молота гнева такие, типа, крутые пройти. Так, хорошо. Фокус с шляпой. Фокус с шляпой против нашего фокуса с шляпой. Понятно. Иди сюда. Иди сюда, я тебе первым приемом сейчас наваляю. А, это не мой нелюбимый. Так, отлично. Китана. Ну, Китана у нас тут как тут. Стой. Мне не надо никакое кровотечение. Ты меня перепутал с Рейденом. Это Рейдену нужно кровотечение. Мне не нужно кровотечение. Иди сюда, красавица. Так, и сейчас, я думаю, мы с вами на смоук поменяемся. Жалко, что у нас там, допустим, не было еще ни одного испытания, где Мелина нужна, допустим, или там еще кто-нибудь из мощных. Потому что у нас в большинстве случаев получается, что... зараза какая, опять заблокировал. Так вот, что нам нужны персонажи, которые у нас просто не прокачаны, они реально у нас, получается, команда, по сути, из двух состоит. Так, а ну иди сюда. Иди сюда, красавчик. Ну, пожалуйста, не блокируй. Ну, хочу тебе прием сделать. О. Вот это... Ай, приманка, это же любимый Саб-Зира этого, Олега. Точно. Так. А, он же еще на нашу команду смотрит. Да, точно. Ребятки писали, что если он смотрит на нас, то это хороший Саб-Зира, который не будет вставать как слэшер. А если он смотрит на нашу команду, то есть вправо получается. Ну, для нас влево, а вообще он вправо смотрит. То тогда... Ой, мамочки, Фредди Боссес. А, кстати, чего? Заглушка, заглушка, заглушка. Ребят, это что? Это троллинг, что ли? Так, смотрите, у него пятерик, да? Ну, давайте возьмем все-таки призрака. Я хотела бы взять... Так, где ты, призрак? Давайте возьмем призрачного Кунла. Он, кстати, как раз нам подходит. У него пятерка. Давайте против него поставим... Слушайте, а давайте все-таки порождение зла. Мне понравилась та компания, которая у нас была. И кто у нас там еще был? И Рейден, что ли? Ну, Рейден как-то будет не очень интересно, мне кажется. Китану День Мертвых. Да нет, это тоже неинтересно. Хотя, в принципе, можно попробовать Китану. Нет, я хотела бы все-таки этих... наших красот. Ладно, давайте попробуем Рейдена все-таки. Посмотрим, как у нас это все будет получаться. У Рейдена, да, нормальный этот самый... То есть, в принципе, понятное дело, что сейчас мы, скорее всего, победим его и довольно легко, но мало ли. Я боюсь представить, что у нас будет за босс на сложном уровне. Ой, мамочки. Что-то мне не нравится вот эта его шкала, которая... Не шкала, а вот эта какая-то странная... А, получается, со временем, типа, какой-то как таймер. И щит, получается. Так, красавец. Я тебе все равно блокбрейкер сделаю. Босс Фредди Крюгер. Так, а давай-ка вот на тебя. А, ну прикрылся, все понятно. Ой, мама, посмотрите на его эти иконочки. Видите, сколько у него иконок? Давайте на Кунлао его поменяем. То есть Кунлао, если вы... Вот. То, что я вам говорила, что хорошо, что мы сейчас с вами поменялись. Получается, что... Кунлао, а где твоя шляпа? Ты разве был бесшляпный? Наверное, что-то пропустил. А может, Фредди у тебя решил за... Слушайте, Кунлао я не помню без шляпы. Вот хоть убейте, не помню. Так, хорошо, красавица, иди сюда. О, боже. Да. Надо бы, знаете, сделать Фредди Крюгер против Фредди Крюгера. Иди сюда. Кстати, я так и хотел... Блин, я же так и хотел сделать. Ладно. В следующем посмотрим. Так, сейчас попробуем еще раз со вторым приемом.
Мы все равно не можем сейчас меняться, получается. Блин, он сейчас нам нанесет, смотрите, да. Даже за... Ну, понятное дело, что не заблокирует. Смотрите, он тупо у них шляпы сносит. По-моему, он реально сносит шляпы во время X-Ray'ев. Если я не ошибаюсь. Потому что сейчас Рейден должен быть... Стоп! Ребят, он что сделал? Он вынес его? Да ладно! Да ладно, у нас же была более-менее такая мощная компания. Пожалуйста, Скорпиоша, родной мой. Хороший мой. Да ладно, все? Ой-ой-ой-ой, ребят, на один удар. Вы это видели? Вы реально это видели? Нас могли сейчас просто размазать. Нам хватило, вот знаете, буквально чуть-чуть. То есть против Фредди, ребятки, надо выставлять еще хорошего такого вот бойца. Потому что, как вы видите, ну, мощный товарищ, мощный. Так, соединяем с моим предыдущим Фредди Крюгером. Кстати, он, по-моему, самый дорогой в магазине. Я вам его не показывала. 8. Вот 8 здоровья уже хорошо. Значит, он, по-моему, у нас стоит дороже всех. Где ты у нас? Где ты, родненький? Так, Фредик, Фредик, Фредик. Фредди, Фредди, where are you? Так, вот ты. 450 душ. Ну, это, по-моему, совсем зашкварная цена. Так, у нас пока что здесь не появился наш Кенш. Я уже видела обзоры, что есть на Ютубе англоязычных и наших, что уже открыли Кенш этого бога. Ну, знаете, как-то неинтересно. То есть, начитерить, да, начитерить... Конечно, ну, я, наверное, просто плохо отношусь к читам. Интересно, знаете, дождаться. Тут даже не то, что я плохо отношусь. Просто хочется дождаться и увидеть этого перса, который же у нас откроется. А так, когда ты всех открыл, это уже не так неинтересно. Не знаю. Ладно, ребятки, давайте я сейчас пройду быстренько эти 5 башен и покажу вам сложного Фредди. Не переключайтесь. И, конечно же, не забывайте поддерживать меня лайком. Ну что, ребятки, я к вам вернулась, у нас уже 11-й бой, получается, из 15-ти. Прошла я сложное испытание, ну как, да, оно действительно, как обычно, сложнее, чем наша обычная нормальная сложность. Сложность сложная, мне это всегда нравилось, как масло масляное. И я, знаете, пока сражалась, решила, почему бы нам не попробовать эпическое сражение в виде... У нас же кто? Враг Фредди, а мы возьмем Джейсона. Поэтому я думаю, что мы сейчас с вами, во-первых, возьмем нашего призрачного друга. Так, где ты, призрачный Кун Лао? Берем призрачного Кун Лао. Ему в команду я все-таки возьму классического Фредди. И возьмем у нас один единственный, к сожалению, есть только Джейсон Вурхиз, неостановимый. Ну, значит, Джейсон, будет такой у нас Джейсон. Как раз у нас получится такое вот эпичнейшее сражение. Так, берем молот гнева, как обычно, дух дракона и драконий щит. То, что мне очень сильно нравится. Так, и что? Переходим, значит. Я надеюсь, что у нас сейчас битва будет не очень сложная. Один, ого! Слушайте, так у нас тут враги такие, что нас сейчас все повываливают, повыламывают. Слышь ты, фокус со шляпой. Ну, иди сюда. Так. Помню, что Джейсон, в принципе, неплохой. Конечно же, ему до слэшера, ну, далековато за этот... Как он там, этот голубой назывался, который крайне легендарный, и его выбить было невозможно. Этот у нас неостановимый, а тот, по-моему, неуязвимый, какой-то там тоже неущербный, или что-то типа такого. Так, красавец. Я понимаю, что... Тебе прям доставляет мне вот тут избивать. Стой, 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 стой. Тихо, тихо, тихо. Давайте за Фредик поиграем. Фредди, давай. Ой, не люблю я эти тыцания, тапания. Ага, смотрите, Фредди у нас все-таки слабоват. Получается. О, сейчас этот нам нанесет, потому что первый у него, по-моему, прием всегда беспробойный. Ну-ну. Так, а ну иди сюда, красавец. Иди сюда. Слушайте, Фредди вообще лалыч. Давай вот так сделаем, давай вот так, по красоте. И мы как раз один приемчик оставляем для Джакса. Я сказала, оставляем для Джакса. Джакс, это не значит, что ты должен меня бить. Это значит, что я тебя должна бить. Так, слушайте, Джакс какой-то сам неостановимый, по-моему. Так, ну, тебя немножко побили. Ладно, нападаю уже на Кун Лао, если тебе так надо. Не, не надо тебе. Ну хорошо, не надо так не надо. Так, вернемся давайте к Фредди. Может, он сейчас наваляет. Так, отлично. Ну, как вы видите, в принципе, у нас враги, ну, понятное дело, что стали гораздо сложнее. Так, далее. Далее Кун Лао надо подзарядить. И у нас Саб-Зиро, Кенши и Кейси. О, господи. Боюсь представить, что у нас сейчас будет. Так, давайте-ка, может, сразу первый приемчик применим. Сейчас, только пусть он блок уберет свой, тогда есть смысл... Ну, блок убирать будешь, или мы тебе будем всю дорогу стучать по голове? О, вот это уже хорошо. Точнее, не очень отошел, засранец. А нет, хорошо отошел. Так, стой чуть-чуть, Кейси. Кейси, детка. Я же... Этот, я хотел сказать, я же Фредди, я же Джейсон. Ты должна меня бояться. И я тебе сейчас опять наваляю.
Так. Готово. Чуть-чуть, друзья. Но она сейчас нам применит наш прием. Точнее, свой. И иди сюда. Так, этот еще появился. Давайте меняемся на Фреддика. Так, Фредди и Джейсон против Кенши. Это какой-то, знаете, вообще у нас трэш получается полный. Так, стой, не бей меня, пожалуйста, мне больно. Я же всего лишь Фредди Крюгер. Я всего лишь хочу пройти сам себя, сам свою башню и вообще тебя навалять по полной. Так, сейчас поменяемся. Готово. И давайте-ка перейдем к вот этому первому приему, потому что, как видите, сейчас Кенши использует свой прием. Оу-оу-оу-оу-оу. А это уже некрасиво. Хотя нет, смотрите, он, получается, использовал второй. То есть он бы из нас энергию не высосал. Но неважно, не в этом суть. Главное, что мы уже все сделали. Окей, далее. Ермак, Дивора, Куталькан. Ермак, Дивора, Куталькан. Горячие пирожки. Ой, мамочки. Тихо, я первая. Я первая. У нас еще этот самый... Вы сами видите, что у нас... Нет-нет-нет-нет-нет-нет. Блин, я же поставила блок. Что ж ты такой засранистый, Ермак? Слушайте, а нас сейчас вынесут. Вы видите? Вы видите этот пипец полный? Что нам сейчас реально тут наваляют? Так, давай тогда вот так. Не знаю, боюсь, что нам эта команда сейчас... может хорошенько навалять, учитывая, что нас сейчас с вами просто... Вот тут попа страшная творится. О, не бей меня, дура набитая. Не бей. Сказал не бей, значит не бей. Мне можно только тебя бить. Дивора. Чтоб ты долго жила и... жила. Так, давайте-ка надо нам на Джейсона переключиться, чтобы он... А, встал, точно, он же встает. Надо срочно регенерацию, друзья мои. Срочно регенерировать. Так. Меня... меняемся. Пусть регенерирует пока что. Так, регенерируй, родненький, пожалуйста, регенерируй. Я тебя умоляю. Блин. Ну, как-то регенерирует, конечно, но не очень, чтоб мне хотелось так. Так, блин. Ну, он у нас один раз только упал. Ага. Мы тихо-тихо. Друзья, я даже не знаю, что говорить, потому что я понимаю, что нам сейчас полная задница будет. Давай, родной. Есть! У, победили, победили. Мы с вами победили. Это, знаете, вот регенерация мне... Или регенерация, получается, когда нас с вами лупят, это самое мое нелюбимое. Хотя нет, знаете, когда идет. Когда нас с вами лупят, ладно, фиг с ним. Как предыдущий у нас был вариант. Но когда у нас. Когда регенерируют вот эти все твари, вот это задница. Так, ну что, Джейсон, ты хочешь добраться до Фредди, ты хочешь ему навалять, отомстить. Так, красавица, убери, пожалуйста, свой блок. О, молодец, по-моему, убрала. Убрала? Молодец, хорошая какая, Сонечка. Соня, ты красава. Соня, красава, иди сюда. Люкан, ты понимаешь, что так нельзя делать? Потому что я возьму тебя сейчас вторым приемом. И наваляю. И восстановлю здоровье. Немножечко. Так, здравствуйте, Эрн Блэк. Я бы вас хотела открыть в алмазных паках, пожалуйста. Давайте вы сейчас будете со мной повежливее тут сражаться, и я вас постараюсь открыть. Так, стой. Стой, родной. Тихо, тихо. Ребятки, стоим, стоим, стоим. Сейчас же наверняка вторым приемом... Он вторым приемом нас вынесет, кстати. Тихо, 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 тихо. Иди сюда. Вынесешь его? Нет, не вынесет. Ладно. Стоим, у нас как раз щит... А, щит... От щит... Фух. Слушайте, а что это он, интересно, второй прием не использовал? Хм, даже странно как-то. Так, ребятки, ну что, подобрались мы с вами к Фредди, правильно? Ой, 99к... Ребята, 90... Давайте попробуем такой командой. Получится, получится, не получится, не получится. Бог с ним. Так, давай, родной. Так, начнем. Блин, заблокировала я сейчас, зря тупо потратила. А нет. Хоть немножечко, да мы ему наваляли. Так, ребят, аккуратно. Аккуратно. Продвигаемся, блин. Зря, наверное, не надо было сейчас использовать. Знаете, это уже какой-то как... мама. Это уже какой-то как инстинкт был. Блин, Фредди. Он сейчас нас, небось, вынесет, да? Нет? Да, нет? А, стоит. Слава тебе, Господи. Стоит, красавчик. Так, Фредди, давайте Фредди против Фредди. Так, потихоньку, полегонечку. И давай... Блин, смотрите, он все время блочит. Он тупо нас все время блочит. Нет, тем не менее, надо сейчас, чтобы выбить с него... Чтобы он снова нам этот самый нанес. Рентген.
Давайте его побесим как-нибудь с помощью кунлао. Пусть наши ребята немножко восстановят здоровье и подкопят энергию. Так, бить будешь? Бить будешь меня рентгеном или не будешь? Или мне тебя дальше изводить? Так, стоим, ребятки. Стоим, стоим, стоим. Потому что я понимаю, что следующий удар может быть реально рентгеном. Слушайте, что это за поза забавная у этого самого Фредди? Так, тихо, тихо, тихо. Стой, стой, стой. О, вот все. Блин, да что ж ты такая попа? Ладно, давайте уже будем пытаться восстановить здоровье. Ну да. Восстановление здоровья. Блин, меняемся, меняемся. Срочно, срочно. Потому что надо, чтобы Джейсон восстановил. А вот Фредди... Ну, Фредди уже мертвый, считайте. Тихо, 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 ребята. Я даже не знаю, что говорить в этой ситуации. Я хочу победить. Я очень хочу победить. Я хочу его вынести. Так, Фредди. Прости, пожалуйста, босс Фредди. Надо его как-то вынести. Надо, 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 надо. Тихо. Подождите, я уже не помню, Джейсон у нас вставал, не вставал? Блин. Все, этого вынесли. Я не помню, Джейсона уже выносили или нет. По-моему, нет. О, господи. Прости, Фредди. Фредди против... Ну все, друзья. Началась последняя битва. Кстати, мы еще регенерируем, заметьте. Мы еще с вами реги... Я уже не реги... Блин, да что ж ты так? Блин, блин, блински. Стой. Стой, уродец. Ну, пожалуйста, не блокируй сейчас. Не блокируй меня. Давай, давай. Есть, друзья, Джейсон победил. Джейсон победил Фредди в этом сражении. Эпичнейшем, самым что ни на есть. Самым-самым эпичным. Побеждает Джейсон. Слушайте, здорово, мне понравилось. Мне понравилась вот эта команда. А почему нам выпала киберброня? Только не говорите, что мне сейчас триборг выпадет. Подождите, ребята, где моя перчатка? Да ладно. А, ну хоть как Фредди. Вы видели, что нам выпала киберброня? Слушайте, напишите, ребятки, в комментариях, вам тоже киберброня выпадала или перчатка все-таки? Потому что, по-моему, это свинство. Так, ребятки, прошли мы. Прошли, ну, с потерями, понятное дело, но все-таки прошли. Я предлагаю сейчас... Ну, я не знаю, есть ли смысл смотреть Фредди. Давайте я вам покажу. Может, кто не смотрел. У меня есть ролик по раннему доступу. Я, по-моему, одна из первых его выпустила на Ютубе. Когда он только появился, я помню, это была глубокая ночь. Я села записывать уже. Знаете, сил нет, ничего нет. А ты сидишь и пишешь ранний доступ. Ну, ранние доступы я люблю писать. Они как-то попроще. Так вот, мы с вами сейчас, ну, хотя бы одну боевку просто пройдем. И что я вам хочу сказать? Давайте Охотник на нежить, чтобы у нас примерно одинаковая компания получилась. Ну, давайте Темный Рейден. Что, в принципе, ну, по-моему, неплохо. Ну, Фредди я вам советовала. Интересный персонаж, в принципе, можно за него поиграть. Советую, попробуйте, наверное, пройдите все-таки эти башни. Давайте одну боевочку сейчас вам покажу. Это такой, знаете, бонус. Бонус от Даши. Быстрая битва. Посмотрим, как он у нас сейчас будет сражаться. Да, я, кстати, в том ролике показывала рентгены. Ну, как обычно, как мы с вами обычно смотрим все карты. Рентгены, первый, второй прием. Посражались разными комбинациями. И, кстати, ребятки, я напоминаю, что если мы с вами возвращаемся к рубрике мобильных этих самых, ну, мартухи нашей, то не забывайте заходить в группу и писать ваши какие-то интересные предложения по командам, которые мы можем с вами посмотреть. Допустим, вот кого бы вы добавили в команду к Фредди Крюгеру? В принципе, если в каких-то из роликов по командам я показывала, кто у меня есть в наличии со своими же силами, и, в принципе, вы можете посмотреть. И я с удовольствием посмотрю любые ваши предложенные команды, потому что я думаю, ребятам будет интересно, будем чему-то у вас учиться, кто-то будет у нас учиться. В общем, по-моему, хорошая идея. В принципе, мне она всегда нравилась. Конечно, просто очень жалко, что сейчас очень много разных проектов наслоилось, и просто физически не успеваешь все посмотреть. Так, тем не менее, Джейсон... Ой, Джейсон, господи, я хуже путничная. Фредди у нас так вот сражается очень даже неплохо. Блин, вот сейчас он не очень хорошо сразился. Так, стой, родная. Не надо. Не надо мне делать истощение сил. Я тебе сам могу сделать истощение сил. Я же Фредди Крюгер. Я тебя так истощу, учитывая, что ты у нас... Я по ночам являюсь вам всем в этих во снах. То я тебя так истощу, что ты даже спать не будешь по ночам. Так, иди сюда. Кана. Кана, стой. Стой, Кэнон. Кэнон Кана. Так, давай. Давай, давай, родной. Так, смертельный удар, смертельный проведи, Наталья, прости, я тебя вынесла, Виктори. Все, друзья, вот такой у нас Фредди Крюгер, интересный новый перс, абсолютно новый, потому что, ну как, в 9-й части он был, но в 10-ке его не было, ни в ПК, ни в PS-версии. Хотелось бы, конечно, попробовать в ПК и на ПК поиграть, и на PS,
Ну, за Фредика, понятно. Но, к сожалению, пока что нам такие роскоши недоступны. Может быть, их добавят в каких-нибудь новых обновах, или хотя бы можно будет его купить. Ну что, друзья, вот такой у нас Фредди. Раз, два, три... Нет, раз, два, Фредди ищет тебя. Один из противников Фредди находится в кошмарном сне, и Фредди наносит этому врагу кошмарный урон. Напарники из преисподней получают плюс 10% к шансу критического удара при выполнении основных атак. Вот такой у нас персонаж, ребятки. На мой взгляд, очень классный. То есть, попробуйте, пройдите испытание. Ну и, конечно же, я вам напоминаю, что мы с вами обязательно посмотрим. Кстати, ребятки, так какой мы с вами будем смотреть пак? Золотой, там, где мы смотрим Скорпиона? Кто вам интереснее, Скорпиона выбить или Эрна Блэка? Напишите, пожалуйста, в комментариях. Обязательно ставьте лайк, если хотите открытие паков и возвращение, в принципе, ну, чтобы почаще Мартуха выходила. Ну, а я буду с вами прощаться. Большое спасибо, что посмотрели этот ролик. Я надеюсь, вам было интересно. Я желаю вам всем хорошего настроения, удачного дня. Скоро увидимся. Всем пока-пока.